І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Русский ведмедь нападет без предупреждения. Кремлівський пропагандист Владимир Соловьев взявся за старе і знову почав погрожувати. Якщо до цього той Спіну Рота кричав, що збирається на Берлін, то тепер він взявся погрожувати Італії. За версією пропагандиста, росіяни люблять Італію, але бачать, як вона підтримує Україну і що передає зброю. Мы из этого, как выходить из этого? Ну, мы подарим России, и они будут в восторге, не только Крым, и не только Луганск, и не только Донецк, но и еще 2 новых региона. И мы, они будут очень довольны. Остальная часть Украины войдет в НАТО и в ЕС. Но если вдруг Россия не согласится, что будет? Так, что будет? Как говорится, ну вообще, они думают, что Россия будет в восторге. Я надеюсь, что итальянцы нас услышат. Нам вообще плевать на то, что они думают. Раз. Во-вторых, война идет на территориях, которые сейчас оккупированы нацистами. Территории, население которых, а это проявление демократии, сказало, что они хотят жить в России. 2. 3. Новороссия будет свободной. Это значит, что все русские земли вернутся в русское государство. Итальянцам надо понять. Мы любим Италию, но мы ничего не простили. И мы все видим. И мы считаем, что сейчас европейские страны впрямую участвуют на стороне нацистов в войне против нас. И мы видим, как итальянское оружие русских людей, в том числе и мирно. И если итальянцы думают, что у нас короткая память, и если они думают, что все закончится хихами и хахами, то они глубоко заблуждаются. Русский медведь, он нападает без предупреждения, и остановить его сложно. И если кто-то думает, что нам можно дать с руки сахарок, и мы скажем спасибо, нет, не мы на вас напали. Вы поддержали нацистов, вы 8 лет не видели, как невинные женщины и детей Донбасса, и мы видим, как нагло и лживо себя вела итальянская пресса. Цікаво, росіяни можуть, бодай день, нікому не загрожувати. І знову бобридка Симонян. Та закликає фіксувати результати нашої побєди. Про яку побєду РФ йде мова, щось не дуже зрозуміло, а ще Симонян висунула ультиматум Україні та НАТО. Послухайте. В якийсь момент нам надо будет фиксировать результаты нашей победы. Я думаю, что ни у одного нормального человека в России, нормального, подчеркиваю, нет никаких сомнений, что с Божьей помощью победа будет, конечно, наша. Но мы все расходимся в том, какая она будет. Как она выглядит. Да. Как она будет выглядеть. И что считать победой. Только ли наши новые территории, которые у нас уже в Конституции записаны, или еще вот это, или еще вот то, или еще какие-то другие гарантии. Я скажу вообще крамольную вещь. Даже если мы добьемся гарантии нейтрального статуса, не вступления Украины в НАТО, вот этой вот всех прекраснодушных наших мечтаний, и они будут подписаны, и кровью смазаны, и на Торе будет клясться Зеленский, и на Библии будет клясться Байден, он католик же, кажется, да? И все остальные будут клясться, каждый на своем, значит, на чем он там способен клясться. Это ничего не значит. Ничего. Сегодня подписали, завтра расторгли, передумали. Или же сегодня подписали, все равно не придерживаемся. Вообще ничего не значит. Значит только зафиксировать территорию и оборонить ее так, чтобы никто не рыпнулся, и наращивать, продолжать наращивать свою военную мощь, свою экономическую мощь, стабильность моральную, духовную, патриотическую в нашем обществе, чтобы никто не смог рыпнуться. Потому что все, что происходит сейчас, и особенно ярко это нам показало то, что происходит сейчас в Газе, эти ужасные преступления. Вот сегодня сообщение, что все пациенты этой несчастной больницы в Газе в реанимации умерли. 54 человека. Да, все умерли. Ну, сердце разрывается. Да. Что это нам показывает? Это нам показывает, что единственная договоренность, в которую можно верить, это сила. Собственная сила и мощь. и страх вот с обратной стороны. Если сила и мощь таковы, что с обратной стороны страшно, вот это можно считать подписанным договором. А не один другой 50 раз кровью смоченный, переподписанный, перед Богом поклявшиеся люди, которые подписали этот договор, ничего не значит. На 2 дня ничего не значит. Не то, что на 20 лет или на долгосрочную перспективу. А ось російський пропагандист Мардан заявив, що Росія відмовляє Україні бути окремою країною. А окупація та безперервне розширення імперії, за версією пропагандиста, саме і є русским культурным кодом. Я расстрою не то, чтобы нас с вами, а всех остальных бесполезно расстраивать, потому что они это заметили гораздо раньше, чем мы, и они прямо об этом пишут. Они продолжают писать о том, что русские неисправимы, что русские остаются все той же самой Российской империей, которая непрерывно расширяется, которая отказывает Украине в каком-то там самосознании, в том, что они могут быть отдельной страной. Да, именно так. Мы отказываем Украине в том, что она может быть отдельной страной. Отказываем. Совершенно высокомерно, причем настолько высокомерно, что настаиваем на том, что мы один народ. Просто представьте себе вот такого агрессора. Другого такого агрессора не существует. Да, мы гордимся русской армией. Да, мы считаем, что самое ценное, что может быть в русском хозяйстве, это 10 тысяч танков, которые должны находиться на постоянном хранении и в полной боевой готовности. Это то, за что мы готовы платить. Вот что такое русский культурный код. Питання наступне. А хто взагалі хоче чути цей словесний маразм? І від творців Київ за 3 дні. Пропагандисти розмріялися, що їхній кордон проходитиме річками Західний Буг, Прут та Дунай. Поки вторая армія зазнає величезних втрат і тривалий час не досягає жодних успіхів на фронті, рупори Кремля марять, що вони вийдуть до річок на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Єдиний сценарій, на який Росія вправі розраховувати як на перемогу, это вот граница по Западному Бугу, по Пруту, по Дунаю, по тем рекам, которые находятся на границе с Польшей, с Венгрией, с Словакией, с Румынией, соответственно. Вот там должна проходить западная граница. Любые переговоры, они, может быть, даже заманивают. Вот эта вот терминология западного внешнеполитического общества Германии о том, что если прекратить сейчас войну, то через 6 лет Россия прокачается и сможет более успешно воевать. Они просто... пытаются сформировать позитивное восприятие этого перерыва. На мой взгляд, перерыв никакой не нужен. России любой перерыв вреден. И единственное окончание специальной военной операции, эффективное окончание, это на западной границе. Ну вот так примерно. Як бачимо, напередодні виборів пропагандисти знову взялися за стару методичку і твердять про велич російської армії. Проте цього разу їм навряд чи хтось вже повірить. Ось і глава ЦВК РФ Елла Памфилова заявляє, що вибору президента РФ хочуть зірвати, увага, емігранти і хтось там ще. Послухайте. Выборы президента только будут в марте 2024 года, а уже, ох, какая работа поднялась. Как они... я не хочу осуждать всех, кто уехал. По разным причинам уехал, но, по крайней мере, не обливая грязью свою страну. Но вот те, я бы так сказала, которые не просто уехали, а которые сейчас, отрабатывая свои жалкие удины копейки, да, формируют базу для того, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы, сейчас работают. И там, и здесь ждуны, затаившиеся, не спят, просто затаились. Мы это все знаем. І подивіться, хто тут в нас насварив Путіна. Так це ж Дон-Дон Кадиров. Той каже, що великий цар давно не був у Чечні. І навіть старішини його за це сварять. А хто ще у Росії може безпосередньо Путіну ось так заявити, щоб той приїхав? Навіть ні, буквально наказати йому про це. І це ще пояснюється тим, що вся чеченська верхівка поводиться так, як вона захоче. Себе вашим піхотинцям ми не підведемо і готові виконати будь-який ваш приказ. Дякую ще за велике увагу, яке ви виділяєте іменно Чеченській Республіці. Но я хотів би передати від наших старейшин слова, такі, що вони мене ругають за те, що ви не приїжджаєте к нам в республіку. вы все сделали для нас, Дон. Восстановили республику, не только Дон, автовокзалы, аэропорты, ну и вся республика восстановлена, Дон. Ну вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают, Дон. И просили вас передать, вам передать, чтобы вы приехали к нам в республику. Купуємо попкорн і слідкуємо за розвитком ось цієї цікавої історії. І фіаско року. Під час стріму росіянин не зміг відповісти на питання. А що ж означають кольори з цього їхнього прапору? Що означає цвіта твоєго флага? То, що этот верхній білий, то, що синій – це посередині, а то, що красний – це знизу. Правильный ответ. Ну, есть такое. Закриваємо цей тренд, бо кращої відповіді ви вже ніколи не почуєте. Друзі, на цьому в мене все. Ставте лайк і чекайте наступний випуск.